Всем привет! Сегодня хотелось бы с вами записать видеообзор программы «Астролог» категории «Социальные сети» из магазина Windows 8.1 Professional. Напоминаю, что для начала заходим мы в магазин Windows. Здесь находим категории, находим социальную сеть. И всегда нажимаем топ бесплатных. Вот. Здесь же мы видим астролог. Астролог. Нажимаем на него, чтобы скачать, установить. Вот. Здесь же мы видим скриншоты этого приложения. Кнопочка «Установить». Описание «Свежий ежедневный гороскоп для заданного для западного зодиака», а также гороскоп на неделю, месяц, автомобильный, кулинарный, мобильный и любовный. Ох, ничего себе, сколько всего. Возможности, астрология и гороскоп. Здесь есть оценки такие, или хорошие, или плохие. Их всего 4. 2 хороших, 2 плохих. Средняя оценочка 3.0. Вот. Похожие приложения есть, и тибетское гадание, и все что угодно. Мы будем ознакомиться конкретно с этим приложением. Нажимаем кнопочку «Установить» зелененькую. Напоминаю, что мы скачиваем приложение в магазине Windows 8.1 Professional. Вот, установилось наше приложение, и выбираем лучшее для себя. Так, вот так вот выглядит наше приложение, когда мы его только установили, когда мы его только открыли после установки. Здесь мы видим 12 знаков зодиака. Вот. Водолеи, Овен, Близнецы. И вот, например, мы хотим посмотреть прогноз-гороскоп на неделю, например, да? На месяц нету. Вот. И здесь написано какое-то там пожелание или там, не знаю, гадание. Вот. На месяц почему-то нету гороскопа. Автомобильный, кулинарный. Здесь написано, что вам нужно готовить. Салат из помидоров, яблок со сметаной, плотные спелые помидоры и яблоки, очищенные от кожуры. Ой, боже, как интересно. Вот, мобильный. Ваш мобильник отлично работает? Прекрасно. Но, как говорится в пословице, готовь сани летом, а телегу зимой. Вот, и любовный. Вот, смотрите, очень удобно, если вот, например, вы хотите посмотреть, ну, дальше гороскопы, то есть, например, для знакомых, может, в компании сидите, читаете, как это очень интересно, ну, многие так делают, вот, то не нужно выходить обратно в меню, заходить на другой знак зодиака, не нужно заходить, вот, и нажимаете просто кнопочку «Дальше». Вот, например, пролистали это, да, если телец вам не нужен, то вы можете его просто пролистнуть. Вот, например, близнецы мне на данный момент не нужны, я их просто пролистываю. Вот. В принципе, нигде нет гороскопа на месяц. Ну, думаю, ничего страшного, на неделю хватит. Вот. Всем, кто верит в гороскопы, и у кого они сбываются, советую это приложение. Очень удобно и прикольно рассказывает ваш гороскоп, особенно кулинарный. Вот. Все. Спасибо большое за просмотр. Ставим пальчик вверх, подписываемся на наши обновления. И напоминаю то, что наше приложение скачивается только с магазина Windows 8.1 Professional.